त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोजासे सुतेक्षितपथनुनातपुंसं यज्जदधियात उरुगाय विभावयति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहायो त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोजासे सुतेक्षितपतनुनातपुंसं यद्यद्धियात उरुगाय विभावयति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहायो गौड़ीय गोष्ठीपति श्री सिद्धांत श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद टोल Гауди Гоштхипати Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы должны зависеть от Шрутапанти. Гауди Гоштхипати Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы должны находиться на пути Шрутапанти и иметь твердую веру в нее, поскольку через эту Шрутапанту мы сможем узнать все. Если у нас есть вера в Шрутапанту, то тогда и только тогда мы можем стать успешными. А если вы хотите перепрыгнуть через этот путь Шрутапанти, то тогда вы совершите духовное самоубийство, вы не сможете стать успешным. И вот суть в том, что наш путь — это Шрутапанта. Вы уже знаете, что Веда, одно из имен Вед — это Шрути. Шрути значит из тех с древности была такая система, что Гурудев говорил о Шиши, его ученики из-за своей они запоминали то, что говорит Гурудев, услышав это на слух. И так наставническая преемственность, она продолжалась. Но в Кали-югу, когда началась Кали-юга, то Вьясадева Шакти Вишаватара, Верховного Господа, он осознал, что для обычных людей очень тяжело все так помнить наизусть. И лучше, если я напишу Веданту, Упанишады и прочее, и я разделю их на разные части. И вот все обычные люди, чтобы все обычные люди смогли понять. И вот с тех пор писания они начали иметь форму книг, а раньше они были в форме Шрутапанти, в форме Шрути. То есть Брамачари и Саньяси, они один раз слушали и запоминали это на всю жизнь. Еще о Мадхавачарьи и Рамануджачарьи. Я говорил вчера то, что они, если один раз что-то услышали, они запоминали это на всю жизнь. И вот однажды Мадхавачарью его гуру отчитал за то, что он не учится, а только играет, а Мадхавачарья, он рассказал не только те уроки, которые он Гурудев преподал, но и те, которые еще не преподавал. И вот в начале всего мы должны понять, что наш путь — это путь Шрутапанти. И Шрила Прабхупад, он снова и снова говорит, что мы должны иметь крепкую веру в Бхактивинодару. И мы должны пытаться поддерживать это течение учения Шрилы Бхактивинода Тхакура в нашей жизни. Это наставление, данное Шрилой Бхактисиддханте Сарасвати. Мы должны верить в учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, и мы должны
следовать Ему и помнить Его в своей жизни, иначе, если мы потеряем это учение Шрилы Бхактивинода Тхакура и отклонимся от Его учения, то мы попадем во тьму и можем стать сахаджиями, и поэтому мы должны быть очень внимательнее, чтобы следовать тем наставлениям, которые дал нам Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура. И вот Шрила Прабхупада говорит, что если вы хотите обрести связь с тем трансцендентным миром, то у нас должна быть крепкая вера в путь Шраутапанхи, поскольку без него мы не сможем обрести связь с тем трансцендентным миром. Даже Шрила Прабхупада говорит, что в начале всего мы должны видеть нашими ушами, как это возможно, видеть ушами. Глазами мы вроде мы видим глазами, но Шрила Прабхупада говорит, что смотрите, до сегодняшнего дня вы общались с вайшнавами, но какое благо от этого получили, поскольку общение с сатсанга значит общение с чистыми святыми вайшнавами, а не с кем попало. И Шрила Прабхупада говорит, что вы можете общаться с кем-то, но вы не знаете, какое общение вам нужно, поскольку в шастрах говорится, что от мгновения общения с настоящим саду можно достичь всех совершенств. И вот тогда, когда вы обретете чистое святое общение, даже такого количества, как секунда, разделенная на 11 частей лава-мантра, этого количества святого общения достаточно, чтобы достичь Голока-дхамы. А мы вроде бы совершаем сатсангу всю нашу жизнь, но не обретаем таких результатов. Мы не знаем, кто такой, что такое настоящий сатсанга и кто такой настоящий саду. И поэтому мы часто обманываемся. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы должны видеть то, что связано с тем трансцендентным миром через наши глаза. И если мы не сможем зависеть на духовном пути от наших ушей, а будем полагаться на глаза, то мы будем обмануты. И я расскажу один случай. Запомните его, поскольку это харикатха, это мое пранами. Если вы осознаете то, о чем я говорю, если почувствуете, какая сила заложена в этом, если вы сможете распространять его дальше, это есть мое пранами. Не думайте о том, что я ем и как живу, это не главное. У меня нет времени что-то есть и думать об этом все время. И вот суть в том, что мы должны зависеть от звука. Как, например, смотрите, когда ребенок рождается, то Шрила Прабхупада говорит, что его сначала его органы уши, то есть органы слуха проявляются. Сначала дети, новорожденные дети, как правило, они либо плохо видят, либо вообще не видят, с закрытыми глазами рождаются, но уши их открыты. И это милость Верховного Господа. А почему так происходит? Ну, сегодня немного другая тема, я кратко расскажу об этом. И вот, когда ребенок рождается, то можно видеть, что он следует за звуком. Если произвести какой-то звук, то этот ребенок будет думать, откуда же он происходит. И вот по милости Верховного Господа, сначала у новорожденных детей уши, они могут воспринимать звук. И также этот слух, он не зависит от других органов чувств, например, уши, а если глаза могут видеть, это одно, то, что язык может воспринимать, это другое. Я могу доказать вам, что этот слух по воле Верховного Господа, он полностью независим.
это слуху не нужно зависеть ни от чего еще. И вот сначала слух проявляется, и через это слушание можно слушать различные звуки, обрести какое-то знание, связанное с этим материальным миром или связанное с тем трансцендентным миром. Но мы должны приблизиться к чистым Гуру Вайшнавам, иначе те наставления, которые они дадут вам, не будет толку от них, поскольку из-за влияния майи мы можем отклониться от пути, указанного ими, и по-настоящему могущественные Гуру Вайшнавы Саду, они могут спасти вас. Я уже много раз говорил, что Туласидас, который составил Рамайну, Рамайна, она была составлена в Валмике, но когда тот Валмики, он явился в форме Туласидаса, но Рамайна Туласидаса, она очень сладка, она настолько сладка, что те преданные, можно спросить у них, чтобы... которые изучают Рамайну, вы увидите там много разных прекрасных рас. И это особенность его Рамайны. И Туласидас много раз говорил «Бину сатсанга таранакой». Туласидас говорит Саду санга. Это не к шутке. Саду санга. В шастрах говорится, что саду санга, если вы очень удачливы, вы накопили достаточно количества сукрити с ваших предыдущих жизней. Если вы накопили достаточное количество сукрити, подобно тому, как вы, положив какие-то деньги, например, в банк, и вам капают какие-то проценты, interest. Cumulative interest means that this amount is now next year interest added with this fixed amount. Again, on this amount next year you can is compound interest. So you see, if you are getting, you know, all sukriti, birth after birth, you are getting sukriti accumulated. Так накопите достаточное количество сукрити, рождение за рождением, и тогда, по милости Верховного Господа, у вас будет возможность обрести сатсангу, понимаете? И в шастрах говорится, обрести сатсангу, если у нас много денег, много власти или еще что-то материального, это невозможно. Только по милости Верховного Господа сатсанга может прийти к нам благодаря нашему предыдущему накопленному запасу сукрити. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы должны зависеть от слуха. Я приведу один пример. Достаточно давно, около 80 лет назад, Шрила Прабхупад, он находился здесь, в Шри Чайтани Матхе, он совершал баджан, и он вышел из своего баджан-кутира по какой-то причине. Шрила Прабхупад увидел какой-то молодой а какая-то группа молодых людей пришли смотреть на Виграху Рада Говинды, и они увидели Шрилу Прабхупаду внезапно, привлеклись его сиянием, его фигурой, его личностью, они
предложили им, ему свои поклоны, Шрила Прабхупад посмотрел на них и спросил, что, что, зачем вы приехали в Навадвипадхаму, чтобы даршан получить. А почему? Мы слышали много вещей о Шри Чайтанья Махапрабху, и мы слышали, что этот Чайтанья Махапрабху основан здесь, и мы пришли сюда, чтобы получить даршан. Посмотреть, что, как здесь, и в этой группе молодых людей был Бхактидайта Мадхава Гасай Махарадж, но до этого его Ганешем звали. И Шрила Прабхупад спросил, и даршан получили, вы уже получили даршан? И они сказали, мы, и какое благо вы получили от получения даршана. И вот они думали, что же ответить, и Шрила Прабхупад начал говорить Харикатху, и этими глазами мы не можем видеть Верховного Господа. И они были удивлены, почему? Потому что этими через глаза мы не можем видеть Верховного Господа. Поскольку Верховный Господь, Он находится за пределами нашего понимания, мы не можем понять, что Божество Виграхана не отлично от Шри Кришны, мы не можем видеть этого. И еще один пример я приведу. Если кто-то говорит, видели ли вы Бхактипагена Кешава Гусая Махараджа, если кто-то спросит у нас, то что ответить? И те татвагьяни не думают, что же сказать. Если сказать нет, то это неправильно. Если сказать да, тоже неправильно. Но если вы по-настоящему знаете татву, вы можете сказать, да, я видел его. Но вам, например, всего 30 лет, как вы могли видеть Кешава Махараджа, который оставил мир до этого рождения? Но что, что сказать этими словами? Я видел Шрилу Кешава Гасая Махараджа через его учение, через его Вани Вайбав. Мы видели его учение, его наследие, и это зовется настоящим даршаном Шрила Бхактивинода Тхакура. Он ушел много лет назад, но мы можем видеть его через его учение, через его наследие. И Вани Сваруп – это настоящее «я». Гуру и Вайшнавов. И если вы хотите получить общение чистого гуру и Вайшнавов, вы должны думать об этом, как обрести, общение с его учением, а не с его физическим телом. Шри Чайтанья Махапрабху ушел более 500 лет назад, но мы можем получить. Но мы можем иметь общение с Шри Чайтанья Махапрабху и его спутниками через Вани Вайбав, через их учение. И Гуру Махарадж говорил, что сейчас сатсанга, она очень редка. И мы должны зависеть от, трансцендентной сатсанги, от Вани Вайбава. И в Шри Чайтанья Бхагавате говорится, что садусанга, она очень редка в Кали-югу. И зная это, Шри Чайтанья Махапрабху явился здесь как саду. И Вриндавандас Тхакур, он провозгласил это. Вриндавандас Тхакур, он сказал, что вот эти слова. И вот Джагадананда Пандит тоже сказал такое, что в Кали-югу очень тяжело найти настоящего саду.
И Гауранга Махапрабху, он явился в форме преданного, чтобы дать нам, подать нам совершенный пример. И в читании Чайтамрити говорится, я могу еще раз обсудить это. Why I am bound to speak this, make this background before speaking the original thing? Сейчас я говорю предваряющие вещи, а почему? Actually, point потому is что Шри Кришна Чайтанья в читании Чайтамрити можно найти эти слова, слова написанные Кришнадас Кавираджем Госвами. И те пчелы, которые летают вокруг лотосных стол Шри Чайтаньи Махапрабху, и эти пчелы, они кружатся вокруг его лотосных стоп и издает жужжание. И этот звук жужжания, он сравнивается с санкиртаной. И таким образом, те пчелы, они спутники, его спутники, они кружатся вокруг его лотосных стоп, которые подобны цветку, и они собирают мед. И если у нас есть возможность получить общение с одной такой пчелой, которая летает вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, и если у нас будет возможность получить общение с такими, то, имея, то мы сможем достичь наивысшей цели, что говорить о нас с вами. Даже те, кто находится в теле собак, мы, вот, например, в Шивананда Сен, у него была собака, она шла вместе с ними в Пури. Каханчит асраят джесам саампи тат гандава бхаве. Чайтан Махапрабху is associated, so that dog getting the association, hearing sankirtan. И та собака, она шла вместе со спутниками. Шри Чайтаньи Махапрабху принимала просад, остатки просада. И эта собака, она была настолько удачлива, что она принимала просад от самого Махапрабху. Махапрабху кормил ее со своих рук. And the dog taking. Those devotees coming, say, how possible? Before us, the dog reaching this, the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. And next day, they cannot find that dog. That dog gone. И эта собака, она ушла в духовный мир. Смотрите, какое могущество имеет общение с настоящими святыми. И в Джайва-дхарме также говорится об этом. Что даже части секунды общения со святыми достаточно, чтобы достичь всех совершенств и достичь высшей цели. И Шрила Прабхупад, он говорит Ганешу Бхактидайта, Мадхава Госвами Махараджа, и вот Мадхава Госвами Махарадж, он был очень привлекся личностью Шрилы Прабхупады, он вернулся домой и потом он присоединился к миссии Шрилы Прабхупады и никогда не вернулся домой. И другой пример. Шрила Прабхупад однажды утром около 4:30 утра он смотрел арати в Шри Чайтанья Махапрабху. Но он смотрел без очков на арати, и после того, как арати закончилась, один преданный попросил Шрилу Прабхупаду сделать двери в мандире пошире, поскольку дверь узкая достаточно, и ничего не видно.
и сказали: «О, Шрила Прабхупад, мы не сможем Радха Говинду видеть, пожалуйста, сделайте дверь пошире». И Шрила Прабхупад засмеялся: «Мы не можем видеть Радха Говинду своими глазами, с другой стороны, мы должны сделать так, чтобы Радха Говинда и Гуру Хари, они захотели увидеть нас». Мы не можем видеть Радха Говинду этими обнаженными глазами. И с другой стороны, мы должны сделать так, чтобы Радха Говинда захотели увидеть нас. Сударшан благословит нас. То есть, по милости Сударшана, мы сможем стать гопи и войти в тот духовный мир. Рупа Госвами, он... Кришна, он не хочет видеть нашу внешнюю красоту, он хочет видеть красоту нашего сердца. И смотрите, поэтому я начал с этого... С этой шлоки. Твам. Значит, вот ты, Верховный Господь, ты не виден через эти глаза. Но мы можем видеть тебя, если мы будем зависеть от милости чистых гуру вайшнавов. И из-за их огромной преданности мы сможем поместить тебя в наши сердца. И тогда это возможно. Is lion, you can speak this way. So we is fish actually. Satyabrata, what is this fish? What kind of fish it is? Within fraction of second, within minutes, is jumping and become big. Вот Махарадж рассказывает про Сатьябрату, когда он увидел Господа Матсяватару в форме рыбы. Он подумал, что это обычная рыба в его командале случайно попала. Но рыба сказала, что мне места мало. И он подумал, как эта рыба говорит. И Сатьябрата сказал, что эта рыба сказала Сатьябрате, что нужно побольше места. И рыбу он выпустил в какой-то больший водоем, и эта рыба опять начала жаловаться, что опять места мало, надо еще больше. И царь в озеро поместил эту рыбу, и эта рыба опять сказала, что места мало. И Сатьябрата подумал, кто же это? И спросил, говори, кто ты есть на самом деле. И тогда это Господь в образе рыбы начал говорить: «О, Сатьябрата, ты взял меня. Даже в воде мне мало места, ты должен поместить меня в океан. Но смотри, с сегодняшнего дня и следующие 7 дней я приду к тебе, и ты должен взять А ты должен сделать лодку, взять всех семена, всех растений и 7 риши. И 7 риши ты должен посадить в эту лодку и использовать змея Васуки в качестве веревки. И тогда во время пролая всеобщего разрушения я могу увести вашу лодку. И тогда он понял, что это не рыба.
поскольку рыба относится к тамагуне, но Бхагаван, Верховный Господь, который, если Он является в какой-либо форме, Он не тама. So now, first of all, I like to explain this shloka. This shloka, this is very important point. Tvam bhakti yoga paribhavita hit saroj asase. И сейчас я хочу объяснить эту шлоку. Сутакшита means. Сутакшита значит то, что сказал нам Шрила Прабхупада, что мы должны сначала слушать, а потом наши видение, оно прояснится. Шрила Прабхупада говорит, Гурупад Падма — это трансцендентный медиум, через которого мы можем видеть трансцендентный мир. Понимаете? Гурупад Падма — он трансцендентный медиум, через которого мы можем видеть все. Если мы перепрыгнем через него, избежим его, то мы не сможем ничего увидеть и узнать. И вот сейчас здесь также говорится о том, что вначале мы должны зависеть от Шраута Панхи, мы должны слушать от Садгуру Вайшнавов, и автоматически ваше сердце очистится. Оно станет кристально чисто, и то, что говорил Шри Чайтанья Махапрабху, вот эту шлоку. И вот в начале всего говорится, что путь такой, что мы должны слушать, и наше сердце очистится, и мы сможем обрести полное видение духовного мира и духовного Господа. И поэтому те возвышенные преданные, те, кто великие саду, гуру вайшнавы, они всегда, можно видеть, что их тело находится в материальном мире, но их ум в том трансцендентном мире всегда находится в соприкосновении, в связи с Верховным Господом и совершает служение Ему. Вишванатха Чакравати Пад говорит, что гуру вайшнавы не являются в этом мире, чтобы благословить нас, поскольку Кришна не может дать нам милость прямо, только через гуру вайшнавов. И Кришна, Он находится на таком уровне, что обычные, обусловленные люди, которые находятся здесь, в этом материальном мире, то они не могут обрести какую-то связь с Кришной. Если мы не поем киртаны, я огорчен этим, поскольку в киртанах говорится вот эти слова, например. И вот чистые вайшнавы, они могут молиться за нас, Господу, и Господь, Он услышит их молитву и благословит нас. А если мы сами, поскольку Кришна, Он не имеет прямой связи с этим материальным миром, и поэтому Кришна организовал систему гуру, и через этого, через гуру Кришна, Он может дать нам милость, и это ответственность Нитянанды Баладев Махараджа, чтобы все это происходило, это завтрашняя тема. И вот сейчас Нану значит нищитам эва, наверняка. Пумсам значит все обусловленные души. Пумсам значит тот, кто этот храм, а это тело сравнивается с храмом. Пур значит тело или храм. Пура
Вот Махарадж говорит, что слово Пумсам, что значит Пуруша, не значит мужчина или женщина, Пуруша значит личность, пребывающая в теле. То есть Пуруша это означает все живые существа, неважно какого пола. Пуруша это те дживатмы, которые находятся внутри тела и... Почему наша жизнь наполнена какого-то смысла? Поскольку душа и сверхдуша, они пребывают в нашем теле, и наше тело, оно живет, живое. И поэтому это зовется Пуруша. И те обусловленные души, у кого есть материальное тело, для них это... Они должны зависеть от милости Гуру и Вайшнавов, и через наставническую преемственность они могут обрести силу и слушать, и очистить свое сердце, и видеть вещи в трансцендентном мире такими, какие они есть. И следующее. After jajjadhyato urugayo vibhavayati tattadvapu pranayase sadanugrahayo. To bless those sadhu, guru, and those who are doing bhajan, according to their heart, bhajan, to manifest your future. И Господь, чтобы исполнить их желания, согласно их желаниям, Он являет себя. Anugrahayo. Anugrahayo значит благословить. И что делает Господь? Господь Он являет себя согласно желаниям своих преданных. Я могу привести несколько примеров. Вот достаточно давно я говорил о Туласи Дасе. Туласи Дас, он совершал баджан Рамачандре с его шакти Ситарам. И вот он совершал Рама Сита Баджан, он поклонялся Раме с Ситой, но он получил даршан Рамачандры. Много раз я говорил об этом, что день явления Рамачандры, когда придет, я смогу еще сказать о нем. И вот Туласи Дас пришел во Вриндаван и начал совершать баджан рядом с Гьян Гудри, где Удав встретился с Гопи на берегу Ямуны. И другое место Удав Кэри рядом с Нандаграмом. И вот там Туласи Дас совершал свой баджан, и вот однажды из-за его огромной силы, из-за его такого баджана Кришна стал доволен им, и он явился перед ним. И Туласи Дас открыл глаза, увидел, что Кришна, сам Кришна Бхагаван явился к нему. Он предложил ему свои полные распростертые поклоны и начал плакать. И восемь признаков, и восемь признаков божественного экстаза, они явились на теле Туласи Даса. И Туласи Дас начал молиться Господу: «О Господь, я знаю, что Ты Верховный Господь, но я хочу увидеть моего Иштадевата, тому Господу, которому я поклоняюсь, Рамачандру. Я очень счастлив, что ты пришел ко мне, но я совершаю баджан тебе в форме Рамы. Я знаю, что ты не отличен от Рамы, но можешь ли ты явить другую форму?» И тогда Кришна пропал, явился в форме Рамачандры. И что
невозможно по милости Верховного Господа, по милости Верховного Господа, все возможно. И вот смотрите, еще один пример я могу привести. Вы можете помните, что Шрила Бхактивинода Тхакур в Дам Парикарам Канде он писал, что когда мы совершаем парикраму Каладвипа на том берегу реки, и вот там в Каладвипе Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что один чистый браман Вайшнав, он совершает баджан. Он совершал баджан Варахадеву, и из-за его силы баджана Варахадев был доволен им и явился перед ним в форме, Вараха. И этот браман, он был очень счастлив, что сам Господь явился к нему и даровал свой даршан. И вот там, в Каладвипе, Варахадев, он явился. И поэтому Шрила Кешава Госвами Махарадж, вы были там, в его храме, там божество Виграха Варахадева находится. И помните, что Господь, если Он является в любой форме, и в форме Прахлад Махараджа Он явился как Нарисимхадев. Он явился, чтобы защитить Прохлада. И вот согласно Бхаве, настроению преданного, Верховный Господь, Он может принять любую форму. Но будьте внимательны, что вся Вишну-татва может быть в форме рыбы или в форме черепахи. Кукурмы, или в форме Варахи, или в форме Нарисимхи, или в форме Рамы, она едина. Если вы будете делать различия между ними, это может стать причиной вашего падения, это оскорбление. Вишну Таттва, она всегда полная. Вы не можете думать таким образом, что какой-то Вараха и Рамачандра более, как сказать, нечто большее. И если вы думаете так, то это опасно. Вы не можете так говорить. С другой стороны, вы должны понимать, что Рама, Вараха, Нарисимха, Сварупа Бхагавана, все его формы, они приходят с Вайкунхи, и они не отличны друг от друга. Где Рама, и по крайней мере, но есть особенность их лила. Вы можете сказать так, что есть особенность, что Господь, Он, что есть, как в каждой лиле есть своя особенность. И вот Господь иногда является в форме Варахи, иногда Нарисимха или других форм, поскольку Пурна Васту, Вишну Таттва, она всегда полная, и Пурна Таттва, она всегда полная сама в себе. Но есть еще Кала, и кал, проявление Кала. Кала, Кришна, Кала значит что-то другое, но они тоже не отличные. Но смотрите, когда Варахадев является или Нарисимхадева, или Курмадев,
то в любой Господь в любой форме, но в Вишну Татве, с этой Вишну Татвой, Шакти, оно тоже является. Шакти Татва, она является вместе с ним. И когда Курма Дев является Курма Лакшми, когда Нарисимха Лакшми Нарисимха, когда Вараха Дев, то Лакшми Вараха. Но эта Шакти, она отдельно. Когда какая Шакти является, смотрите, Шакти, которая является с Вараха Девом, то хотя изначально они исходят все из Радхарани, но что я хочу сказать, что согласно степени лилы, в зависимости от лилы, которую аватара хочет явить, Шакти, она является, чтобы помочь. И Шакти также вечно, и Шактиман тоже. И вот согласно Веданта Сутре, Шакти, оно не отлично от своего обладателя. Но когда, но если Господь без какой-либо шакти, что тогда? Тогда не может быть никакой лилы. Когда Господь находится, а когда Господь без шакти, он никакой лилы не происходит. И в Бхагаватам говорится, что веды они явились, пришли к Господу, который возлежал на причинном океане, и они начали возносить свои молитвы, что Господь спал и не являл никакой лилы. И Господь не являл никакой лилы, он был в таком таком нейтральном состоянии, это шаяна называется, вот как шаяна экадыши, когда Господь спит, эти четыре месяца Упанишады, веды, они возносят свои молитвы Господу, который пребывает в таком бездеятельном состоянии. О Господь, и сейчас все шакти, все шакти, они внутри тебя находятся, не проявленные, и поэтому ты в бездействии. А когда Господь хочет проявить шакти, то возможность лилы, она происходит. И вот смотрите. Шакти и Шактиман, они не отличны друг от друга. Вместе, но мы не можем видеть. Например, если есть какой-то могущественный человек, очень сильный, то как можно понять, что он сильный? А если этого человека мы увидим, если мы, например, ехали в такси, ну, или в автобусе с каким-то человеком, то потом, если доехать до цирка, например, где он работает, то можно увидеть, что этот человек может машину запросто поднять. И... То есть, смотрите, когда он проявил свою силу, тогда мы можем видеть, насколько он могуществен. А если просто ехать с ним в одном автобусе, то этого не видно. So now actually all sakti, different sakti, вот, originally all same, coming from Radharani. Все шакти, они исходят из Радхарани. И согласно лила вайшиштхе, Бхагаван, он является с какой-то определенной шакти Лакшми. So и таким образом можно понять, но их лилы отличны. И вот какую лилу совершает Варахадев. И сейчас я сегодня Варахадвадаши, и я хочу рассказать о нем. И когда я начал говорить, я сказал, что мы должны зависеть от Шраута Панхи. Поскольку когда Майтрея Муни, он говорил Видуре,
Видура слушал, но сейчас он, когда Вишвана Чакравати Пад Шридар Госвами Пад Виджаярагав, все пишут свои комментарии, и что Майтрея Муни говорил о Вараха Аватаре. И вот Вишвана Чакравати Пад говорит, что Майтрея Муни, он был полон экстаза, он чувствует экстаза, и вот он хотел рассказать о Вараха Аватаре, но Вараха Аватар, он не был единожды, понимаете? Варах, есть два Вараха Аватара, один в шестой Манвантаре, в Чакшуш Манвантаре, который... И вот первый, когда Притхиви, эта земля, она была под Расаталой. Вы очень научно должны слушать. Много людей приходят и спрашивают, как это возможно, что вы говорили о строении миров, и этот весь мир, он... У него есть какие-то разделения. Вот высшие миры Махарадж их перечисляет и нижние. А в Бхагаватам говорится, что как это, этот весь мир в Расаталу попал, поскольку Расатала — это часть мира этого мира. И вот вся земля. То есть как земля попала в Расаталу? Вот вопрос. И Вишвана Чакравати спрашивает, Расатала говорит, Расатала значит причина океана, Карана Сагар. И вот туда она попала, поскольку Расатала — это часть мира. Туда вся земля, она не поместится физически. То есть это то есть хотели сказать, что эта земля, она попала в причину океан. И вот Брахма, хотя, когда он захотел творить по милости Верховного Господа, то Брахма, он получил наставление от Верховного Господа. Вы уже знаете, он родился из цветка лотоса, обнаружил себя там. И Брахма, согласно желанию Верховного Господа, он начал творение, и Брахма сидел и думал, что и как делать, поскольку где же земля? И он думал, и Господь сказал, что творить, а где же творить? Вот одна вода, как я могу начать творение? Земли нету. И тем временем, когда Брахма находился в медитации, думал о Верховном Господе, и как же начать творение? И тем временем Брахма пока думал, из его носа какое-то творение по размеру на какую-то мушку похожее вылетело из его ноздри. И оно начало увеличиваться. And giving hunkar И так явился Вараха. One is Sid Varaha, Sid Varaha we can see. One is Krishna Varaha. И вот два. Это Шед Вараха был. Еще Кришна Вараха есть. You know, Tata, I would have to speak, but no time. But it, you know. И вот брат Рамачандра, когда он отправился в Шри-Ланку, Равана, когда он украл Ситу и вернулся назад в Матхуру, то
И таким образом Варахадев явился, и Брахма удивился, кто это. И Варахадев начал рычать, и с этим звуком Варахадев он стал большим, подобным Гималаям, и он прыгнул в этот причинный океан. И вот Варахадев искал, где же земля в этом причинном океане. Он нашел ее, и на своих клыках он вытащил землю из океана. И таким образом Вараха, земля была спасена Варахой. И сейчас у нас есть возможность находиться здесь, в этом мире, который спасен Варахаватарой. И Майтрея Муни, он сказал, что Вараха явился, и он сражался с Хираньякшей, сыном Дити, и Хираньякша был убит Варахадевом, и он рассказал об этом, и Ати, комментаторы, кто комментировали эти стихи Вишвана Чакравати, говорит, что это аватар в этой аватаре. Как это возможно, поскольку описывается, что Вараха только спас землю, и где же Хираньякша, в то время его еще не было. Это было в начале творения. И Вишвана Чакравати комментирует, что Варахадев он два раза явился, и Майтрея Муни из-за своей экстатической любви он говорил о одновременно о двух Варахаватарах. И вот это Вараха Аватара, когда Варахадев он был вынужден, когда он убил Хираньякшу. И если мы вернемся назад, то увидим, что в династии Утанпады можно найти прочетов. Прочеты, когда родились, если вы внимательно слушали Бхагаватам, то вспомните и тот Дакша. Это не этот Дакша, а другой был. И вот тот Дакша, когда он был там, он совершил оскорбление лотосным стопам Шанкара Бхагавана, и большая проблема появилась из-за этого. И потом в четвертой части Бхагаватам говорится, что так или иначе Ягья была закончена по милости Шанкара Бхагавана, Верховного Господа, но одно «но». Что Дакша, он, его голову отрубили, и так или иначе Дакша, он смог свое тело восстановить, и, но голова стала козлиной у него, тело было человечье, а голова козлиная. И после этого, по милости Шанкара Бхагавана, когда Дакша получил свою жизнь назад, Дакша, и вот он увидел Шанкара Бхагавана перед собой, он жалел, что то, что он совершал такие оскорбления, и он начал возносить молитвы. И
и прославлять Господа, что Он правильно наказал его за его проступки. И вот так что так возносил свои молитвы, но Вишвана Чакравати и Шридас Госвами говорят, что хотя Дакша он возносил молитвы для удовлетворения Шанкар Бхагавана, но все же внутри своего сердца он был зол на него. Понимаете? И вот Вишвана Чакравати говорит, что внешне он это делал, но внутри был недоволен, гневен, поскольку у него стала голова козла. И поэтому этот Дакша оставил тело, и снова Дакша родился в династии Прачетов. Прачетас Дакша, его звали тогда, то он был Праджапати Дакша. Праджапати, значит, тут занят размножением. И вот этот Прачета Дакша, so that time actually Prachetas Dakha actually married Diti and Aditi. Он женился на Дити, а это не он. The possibility of Hiranyakashipu coming. И вот он женился дальше, потом Дити, Адити были, потом уже Хираньякашипу. И вот шестой манвантари, что случилось? Хираньякша и Хираньякашипу родился. Они были братьями, близнецами. Но и вот Джай Виджай, они спутники Верховного Господа, и они совершили. И вот Джай Виджай, они, и один Виджайарагав говорит, что Джай Виджай, они не вечные спутники Верховного Господа. И возможно, поскольку на Вайкунтхе невозможно, чтобы они разгневались, поскольку Вайкунтха, она находится за пределами человеческого понимания. Вайкунтха значит место без каких-либо беспокойств, никаких беспокойств, никакого гнева и прочего. Там нет те, кто находится там, их сердце чисты от всей скверны. И вот Вишвана Чакравати пишет, что по милости Верховного Господа, эти два слуги Верховного Господа, они также спутники в каком-то смысле, можно сказать о них. И вот Джай Виджай, они из Рама Вайкунтхи происходят. И там по милости Верховного Господа они вынуждены были разгневаться против кого? Чатушванов. Поскольку Чатушваны, они услышали от Брахмы о славе Верховного Господа. И вот раньше они поклонялись Пранаве, Омити, вот Krishna speaking in Gita. Ekakshar, one syllable, this is Brahma, identified, complete Brahma. They used to worship this Brahma. И вот они поклонялись этому безличному Брахме, Ому. Но как они получили вдохновение встретиться с Верховным Господом? Поскольку они услышали о славе Верховного Господа от Брахмы. И они вдохновились, поскольку Брахма, он великий гуру, и его
то, что он говорит, это истина, и они вдохновились этим, и пошли, и захотели достичь Вайкунтхи, но они совершали баджан этому пранаве, безличному брахману. И вот они достигли Брама Вайкунтхи, и там были стражники, они прошли трое или четыре ворот и шли дальше без каких-либо препятствий, и Джай-Виджай, они начали спрашивать, куда же вы пошли. Они спросили, кто они вообще такие, мы стражники на воротах, и Чатушваны, они, хотя были полны чувства брахмана, и они не разгневались. Для них нельзя было бы разгневаться, то есть они не в том положении находились. Разве это возможно? Но из комментариев мы видим, что по милости Верховного Господа, так или иначе, они разгневались, чтобы не допустить их к Господу. И вот Чатушваны начали возмущаться, что вы тут все позволяете. И они прокляли это мир Вайкунтхи, и как же на Вайкунтхе у вас есть такие качества, поскольку те, кто находится на Вайкунтху, у них нет никакого лицемерия, зачем вы останавливаете нас? Мы проклинаем вас, вы служите Верховному Господу, и мы проклинаем вас, что очень быстро вы опуститесь в этот материальный мир, поскольку вы ведете себя так, как материалисты, поэтому вам место в этом материальном мире, и вы пойдете туда. И вот они... Они раскаялись, и тем временем Верховный Господь вместе с Шри Лакшми. И вот там мимо он проходил, и они и они увидели Господа, и они стали очень довольны и сказали, что мы совершили ошибку, прокляли ваших стражников, но Господь сказал, что нет, это было мое желание, поэтому вы разгневались и прокляли их. И Вишвана Чакравати говорит, что Джай-Виджай, они раньше молились Верховному Господу: «О Господь, Ты всегда полон, и нет никакого неудовлетворения в Тебе, и не может быть». И мы как-то они поняли, что Господь, Он хочет получить вкус вира-расы. И если Бхагават-таттва – это пурна-таттва, и не может быть никакого неудовлетворение в ней, поскольку это полное, и желаний тоже не может быть, поскольку желания, они возникают из-за недостатка чего-то. Если все есть, то и желаний нету. И вот в Вишну-таттве все такие противоречащие факты, они могут быть гармонизированы. И вот в Вишну-таттве или Кришна-таттве
Некоторые противоречащие вещи, они могут находиться в гармонии, а в материальном мире это не так. Кришна, он Ачюта, он Амар, Кришна, он нерожденный, не умирает, а он являет лилу рождения, но Кришна, он нерожденный, как Шишупал, например. Как Шишупал однажды хотел оскорбить Кришну, но так получилось, что Сарасвати, она через его язык воспела славу Кришны. И вот у Нарайны не может быть никакого неудовлетворения, но Джайвиджа молились Господу, что мы знаем, что вы хотите обрести вкус вирарас, и поэтому почему вы не займете нас в этом, поскольку если вы пойдете в этот материальный мир, то вы не найдете никого достойного, с кем можно было сражаться. И вот так, по проклятию Чатусвана, исполнилось желание Господа. Ultimately, it is written, Chakar Tesham Sanchovam Akshara Jusham Pi Chittatono. They are all body, you know, getting some feeling, ecstatic feeling. Why? They are getting the smell from the lotus feet of Narayan, all the garland there, Parma food, all the garland there, Parma food, aromat, girlyant. И туласи, которые были на Верховном Господе, то они почувствовали экстаз. И они уже не смогли дальше поклоняться безличному Брахме. И вот Бхагаван, Верховный Господь, и по Его милости, когда Чатушваны они просили прощения, что мы разгневались и прокляли их. Простите нас, то Господь сказал, нет, это случилось по моему желанию, и поэтому вы разгневались и прокляли их. И я хочу получить вкус вирарасы и Оджай Виджай, почему вы не пойдете и не бойтесь, я благословляю вас. И хотя это Брахмаданда, а Брахмаданда значит проклятие. Но в Гите, например, говорится, что Брахманы никогда не гневаются. Как так получилось? Что они, Чатушваны, Брахман, они смогли разгневаться. И вот суть в том, что Кришна, он благословляет их. И он сказал, Кришна сказал, что нужно быть в материальном мире 7 жизней, чтобы искупить свое оскорбление. Но Джай Виджай сказали, что 7 жизней очень долго. Tata there, how Jai Vijay came into the womb of Diti. Already I told you, you have to go through Bhagavad discourse. Then Diti actually, in front of Kashyap, как они родились?
они родились потому, что дети, она... Excuse me, somehow I was inspired, my irresistible power coming inside me, I couldn't stop myself, that's why I was praying you this way, I have done mistake. Husband speaking, who? Kartam is speaking, what to do? I already told you. Они родились, Махарадж рассказывал, как их зачатие, и к нему пристала его жена, что прямо сейчас нужно, и Кардама был вынужден послушаться ее, и он сказал, что из-за того, что мы зачали их в неправильное время, они будут асурами, демонами. Но Верховный Господь, Он спасет их, и Кашьяпа, но также был благословен, и Кашьяп предсказал, что в твоей семье, нашей династии, Прохлад родится, он был, будет единственным сыном этого асура, но он будет великим преданным, что весь мир будет поклоняться ему. И Дитяна немножко успокоилась, слыша это. И вот Дити ждала, пока... И вот, когда пришло время рождения Хираня и Хираньякши, Индра, Варуна и прочие полубоги, они испугались, почему тьма наступила. И полубоги все испугались, поскольку даже солнце перестало светить ярко. И они пошли жаловаться Брахме. А Брахма сказал, что дети родит двух очень опасных демонов. И из-за этого это случается. Но не бойтесь, Верховный Господь, Он защитит вас всех. И вот они стали ждать. И после этого Хираньякша, Хираньякашипу пришли сюда, и сейчас Хираньякша и Хираньякашипу. Хираньякашипу старше, Хираньякша младше. Но как так возможно, в Вишнупуране говорится, что первый Хираньякша оживился, Хираньякша родился, а потом Хираньякашипу, и как получается, что Хираньякашипу старше. А если посмотреть на, с медицинской точки зрения, во время оплодотворения первый был Нишек на санскрите называется, был Хираньякашипу, а потом Хираньякша родился, соответственно, тот первый, а тот второй, и поэтому он старше получается. И вот младший брат, они любили друг друга. И день за временем они, и вот день за днем они росли. И они... Bodhun said, actually, I am not so powerful like you. You can go and search another person. И вот они были очень могущественны, и они искали себе похожего противника, с кем можно подраться. И Варуна сказал, что... Hiranyaka didn't mind and couldn't realize this point. Oh, I can get a matching man. И Хираньякша был очень. Where it is? И когда Варуна предсказал ему, что будет такой достойный противник для него, и что его можно найти в глубоко под водой, и вот Варахадев, он вышел из воды, он явился в воде, и Хираньякша
спросила, кто, кто ты такой, как, какое-то животное. Нет. Now Varahadev actually speaking, speaking nothing and going down and down from there actually again taking art. И вот Варах он опять поднял землю. After in the meantime there is a big fighting. Тем временем Хираньякша и Вараха Бхагаван, они начали сражаться. И Вараха Бхагаван, он со своей палицей боролся, сражался с Верховным Господом в форме Варахи. И вот они сражались, так какое-то время они были оба очень могущественны. Who is going to defeat? Then he is Supreme Lord. Those demigods praying, Prabhu, Prabhu. Полубоги. Actually, this is a demon. This is the right time. Молились, что это демон, и сейчас правильное время убить его, не откладывай. Он подобен змее. И это было время полудня. И вот полубоги они сказали, что сейчас время. Favorable time for ghost and witch and demons for them favorable time. So noon time you should not do anything wrong. В полдень мы не должны делать ничего плохого и на закате, поскольку в это время активизируются всякие привидения и прочая нечисть. И полубоги сказали, что не жди, не откладывай, убивай его. И Господь улыбнулся. Вот они сражались дальше. И наступила Абхиджит Мухурта. Есть 27 положений звезд, и Абхиджит – это одна звезда. И вот полубоги – это с 11.30 до 12 примерно. Then all demigods praying Supreme Lord Prabhu, you try to finish. И вот полубоги начали молиться Верховному Господу, Господь, прикончи его, не откладывай. И что дальше было? И полиция выпала из рук. Хираньякша, и Господь ударил его своими клыками, и этот демон, он начал рыгать кровью, и он умер. И вот так Хираньякша был убит Вараха Бхагаваном. И вот Вараха, когда он вышел, он вышел с воды, поднял землю из воды, и он начал отряхиваться от воды. И когда он отряхивался, то из его шерсти выпали это волосинки, и они стали кашем и кушем. И сейчас Южная Индия, например, зовется Куша Кшетра, это царство Ману Махараджи. И этот Куша используется в жертвоприношениях. Ну, в ягьях асаны делаются из этой травы Куша. Вопросы, если есть? So now he's asking if the gopis, the gopis knows, they know all these pastimes that Krishna is doing in different kind of avatars.
He's asking if the gopis knows that Krishna has so many avatars. Sono solo cosciente che hanno vissuto la relazione. Actually, I already explained this one year or one and a half year back. Actually, I told you one sloka. You can remember. И вот вопрос, знают ли гопи о других аватарах Шри Кришны? Я уже Махарадж отвечаю, что я несколько раз говорил, что гопи, вот если внешне посмотрите, они не особо образованные, но гопи, кто? Они полностью все, все знания, вся татвагьяна, она есть в них, но она подавлена Мадхура расой. И вот в гопи гите говорится. I told you. Gopikas they know. Gopi, they are staying at Paramatma inside all everybody. Подобно Параматме, которая пребывает в сердце всех живых существ. Раджаваси тоже они все знают. Когда я совершаю парикраму во Вриндаване, то там есть одна деревня Фелингаун, и там Кришна явил себя в форме Нарисимхи своим друзьям, и друзья ему сказали, что мы помним, что ты принял форму Нарисимхи перед прохладой, можешь ли ты нам показать эту аватару? Это Фолингауни было. Without hearing, putting questions, same question. And now I want to speak something special. И вот сейчас я хочу сказать нечто особое. Сегодня все спрашивают, как соблюдать Нитьянанда Трайодаши, Варахадвадаши. Как возможно в одно время и все и сразу. И смотрите, если вы думаете, если вы поститесь, то это есть соблюдение праздника с различных мест. Большие пандиты спрашивают у меня, как это возможно. Но смотрите, ну, если мы почитаем положение звезд, титхи и прочее, и если мы сегодня постимся, то мы можем захватить Варахадвадаши и Нитьянанда Трайодаши. И завтра мы должны поклониться Нитьянаде и в 9:59 паран совершить. Иногда кто-то спорит, что если мы делаем... Вот и как Экадаши соблюдают, например, Экадаши можно соблюдать, ничего не едя в предыдущий день, точнее, а, в смысле, один раз есть в полдень, за, и потом следующий день постимся полностью, без еды и воды, и следующий день мы после поклонения опять принимаем просад один раз только. Хотя утром можно водой прервать пост. Это для тех, кто постится без воды. Но Санатана Госвами говорит, что водой мы не можем прервать пост. Нужно еще и какое-то зерно принять. Но тех, кто постятся полностью без воды, они как бы могут, как Амбариш Махарадж. Вода, она и еда, и не еда, с одной стороны, с другой стороны. Но без такого зернового просада нехорошо. И вот в Кали-югу достаточно сложно, и далеко не все следуют такому одноразовому питанию в предыдущий и следующий день. И вот даже Тривика Махарадж, он спутник Шрилы Прабхупады, он из-за старости он чем-то болел и не смог поститься на сухую. Но он постился до 92 лет. Не только постился, еще и Харинам повторял весь день и всю ночь. Но далеко не все могут следовать такому стандарту. И советуется в шастрах, что если вы можете принять какие-то фрукты и плоды, то
если вы будете совершать санкиртан, то это более благоприятно. А если просто постимся и ослабли, и ничего не можем делать, только спим, то толку от этого мало. И если мы только постимся и спим, и ничего не делаем, то толку от этого нету. Конечно, можно поститься, но это не такое нечто обязательное. Но главное, что мы должны совершать санкиртан, слушать харикатху, помнить. Это главное, поскольку без санкиртана и без харикатхи любые аскезы, которые мы совершаем, они не одобрены Верховным Господом Шри Чайтанья Махапрабху. И вот сейчас другой путь, как соблюдать экадаши. Если мы до экадаши едим как обычно, но в день экадаши мы постимся без воды, то тоже можно. И следующий путь соблюдения экадаши. В экадаши мы принимаем эти плоды, и, то есть то, что землет растет на деревьях и под землей, фалани и мулани, то есть плоды и коренья буквально. То есть экадаши нужно есть как бы для поддержания своего тела, а некоторые экадаши едят брихаткалпу, а не анукалпу. Анукалпа значит немного для поддержания тела. Green coconut, Maharaj, I'm being ekadasi. I know what kind of ekadasi you are doing. This way, they are doing. So, Kali Kali, you see, вот somehow, even you are going to take fruits, that is also approved one time. А анукалпа значит один раз есть в день экадаши. Даже если фрукты, то один раз. И вот мы должны понимать, в экадаши главное совершать харикиртан и слушать харикатху. So many things, vast infinity. Это жизнь очень коротка, и нужно много чего сделать. If I speak same thing repeatedly again, you know, more time at you. Foolish. So one check up other was thinking about Sindhu Babisha, but the Dharan and Pavan of Bhavishna, your own man. I have one question. What question? From yesterday. Yesterday? Because you said that at the time of Diksha, вопрос. Во время дикши мы должны получить объяснение мантры. Но вот говорит, что в его случае, например, это не произошло. Мантры никто не объяснял во время дикши. Но кто-то вот согласно Панчаратри, иногда какие-то ачари дают объяснение мантры, а иногда не дают, поскольку много разных людей при этом присутствует, не всем нужно их слушать. И вот согласно Панчаратри к процедуре, одобренная Рамануджи Мадхавачарья, там говорится, что сначала нужно стать достойными следовать Шраута Панти, слушать Харикатху и Сарва Мантра.
I can give another example. Значение мантры, оно может само явиться нам. Как, например, Вишвана Чакрватипат, он плакал на берегу Радакунды, он не понимал сварупу Камагайтри. 24,5 этих слуга. И вот он я говорю о факте о том, чтобы и вот Вишвана Чакрвати плакал и думал, что же делать, если я не смогу понять мантру, как я могу встретиться с этой, этим мантрой деватой. Кама Гайтри, она не отлична от Кама Гайтри, от Кама Дева. И если я не понимаю мантру, как я могу понять сварупу Шри Кришны, поэтому мне лучше умереть. И вот он постился, постился, и Радхарани явилась к нему во сне и сказала: «О, Харивалапра, вставай!» И Кришнадас Кавирадж Госвами, он приехал на Нармасаки. И вот там... И вот она сказала, вот какую-то книгу почитать, там описывается это все. Почему именно столько? Вот Махарадж еще повторил еще раз, вот в той книге там это описывается, откуда половина там берется. И тогда Вишвана Чакрвати, он... Когда получил этот ответ, он вернулся к перестал поститься. То есть если Гурудев нам не объяснил значение этих дикшамантр, то они со временем они могут явиться нам. Suppose my Guru Maharaj is giving me Kamagayatri. Например, Гурудев дал нам Kamagayatri мантру. Hear me. One point you are missing. Be careful. You are pointing out Gurudev not giving me mantra. Mantra explanation. But if I say Gurudev has the power to express mantra inside her, what wrong in it? И вот Гурудев если внешне не дал значение мантры, но Гурудев он может явить на их в нашем сердце. Это вот пример со мной. Гурудев, когда дал мне мантру, он не объяснил значение, но впоследствии они раскрылись в моем сердце. Сиддханту мы должны понять и осознать, просто помнить это мало. Поскольку во время аника, когда мы повторяем аник, мы должны размышлять о мантра-артхе, о значениях мантр, всех мантр, которые мы повторяем. Не так, что наш ум в одну сторону мантры, в другую мы в третью пошли. Это неправильно. Мы должны надеяться совершать искренний баджан, и это обязанность Гурудева объяснить нам значение и явить нам значение мантры. Потом следующий вопрос. Transcendental body. You will have to think this is my material body. Inside my body, this material body is one transcendental figure, a protection. So many things I cannot speak in front of public. So many. Those who are weak, they have to, you know, recite some mantra. You don't know. To protect. Bodhisattva mantra. All around. When you are sitting in asana, suppose your mind is very chanchal. И вот потом вопрос, если мы, допустим, мы слабы, не можем умно сконцентрировать, есть какие-то мантры для защиты их, но это другая тема. But still, what to do? Guru will go always busy preaching. So tomorrow, after tomorrow, I'm going to drop 2-3 days. I'm doing some other seva.